много батареи хавали.
Какой из вас? Thank you.
Номер один. Чингиз Магушков. Москва, Чеченская Республика. Альбегов Руслан. Заслуженный мастер спорта. Московская область. РСО Ланья. Номер три. Савчук Антоний. Мастер спорта международного класса. Краснодарский край. Москва. Номер четыре. Низамуддинов Марат. Мастер спорта. Красноярский край. Номер пять. Скоробогатка Артур. Мастер спорта. Орловская область. Курская область. Номер шесть. Сослан Катаев. Мастер спорта. Москва. РСО Аланья. Номер семь. Фомичев Дмитрий. Мастер спорта международного класса. Кабардино-Балкарская республика. Ярославская область. Номер восемь. Муратов Геннадий. Мастер спорта международного класса. Рязанская область. Москва. Номер девять. Абуев Магомед. Мастер спорта международного класса. Чеченская республика. Спортсмены представлены. Thank you.
Thank you.
Ногами тащит. Держи! Чемпион мира Европы среди юниоров в 2012 году.
Well, now I'll follow it.
неудачный. Номер 8. Муратов Геннадий. Третья попытка. Встал. Плечо держишь? Стой! Держи. Слышишь, я? Что здесь? Номер 9 среди юниоров в 2012 году. Подъем неудачный. Магомед Абуев. Третья попытка.
Среди детсада выиграл. Здесь не соревнования среди детских садов? Ну, я не буду там. Иванов как? Иванов много. Хорошие, говорит, результаты. Для юниоров. Какой хороший для юниоров? По юниорам, да, думал. Не, ну, не, юниоров нормально. Ну, для нынешних юниоров. Мы по юниорам больше понимали. Конечно. По крайней мере, я 25 лет по юниорам. Сейчас еще все там выйдет. Юниоров еще на молодости подобрали. А потом... Еще не болит? Колено. Колено? А сейчас? Сейчас еще это награждение пройдет. Ну да, да, да. Все спокойно. Поздравляем Руслана Убегова с очередной победой на чемпионате России. Мое мнение, главное себя сохранить. Для чего? А других потому что нету. А других нету. Для чего не хочешь? Что? Да. Ты меня тронул. Я тебя лицо не трону. Нет, как всегда, чего? Не конфликт. Я аллергия просто. Вся я часть. Не конфликт же. Если бы он выиграл, я не переживаю. Тебя жак, у тебя же это, другая какая-то. На одной вы ноге выбились. А что? Я облажачивался, ты тогда хоть на меня. А тебя... Ну Чингис по-братски, ты что ты трогал. Делаешь? Специально сделал. Единственная майка чистая стала. Все. Ага, точно. Это уже там, все залито. Вот Angry Birds by Чингис. Все, новый тренд. Да ничего, где находим, где мы теряем, точнее, там что-то находим. Сегодня не очень, скажем так, удачный день в плане выступления, но кое-что понял, кое-что осознал, что кое-что для себя проверил, что в дальнейшем очень нам поможет, и все будет отлично. Это сегодня больше морально у меня большой задел на будущее, нежели физически, скажем так. Поэтому сегодня многое переосмыслил, многое понял. И как будешь готовиться к следующему году? По другой программе или по этой? С следующего года. После завтрашнего дня уже будем... Уже что будем поменяешь по в своей подготовке? Ну, почти практически все. Все, да? Практически все. От тренировки до... Питания? До досуга. До времяпровождения. И как ты думаешь, какие у тебя были ошибки в этой подготовке чемпионата России? Есть какие-то определенные такие... Что-то новенькое пробовал? Что-то новенькое пробовал? Это и какие-то перемены в жизни, в личном плане. Это какие-то моральные переживания. Но сейчас, скажем так, весь балласт, который нам мешал, мы скинули. Сейчас будем готовиться. Это самое главное. Меня радует именно это. Не то, что даже там на два подхода, с двумя подходами в Россию. Это, конечно, не мой уровень, но меня больше радует взгляд в будущее. Хорошо. Да. Что сейчас будешь кушать после соревнований? Кушать? Да.
Чем себя побалуешь? Ой, как правило, по соревнованию особо кушать не хочется, вот из доверенного. Воды будешь пить? Пока. Ну, может, у меня в ресторан пригласится. Какой? Да мы особо не успеем, поезд у нас в 6, поэтому посмотрим. Сейчас где-нибудь перекусим быстренько. С тобой, наверное, дружится. Сейчас поедем. Может, даже здесь перекусим, посмотрим. Хорошо. По обстоятельствам. Не столь важно. Ассетинами так же нельзя. Причем ассетин сидел на себе виде. Аркан, да, не надо. Да не, не надо. Нет. Я что-нибудь замолил? А давай я там попробую. А, не, он вон убегает, убегает. На награждение сейчас. Ну чуть-чуть это, что-то колено вот, заболело. А, ну это так уж, если уж так совсем оправдываться. Пытаться. Да у меня, хотя у меня ничего не болело. Да, мы сегодня в 6 часов у нас поезд до Москвы. Вот, ну и все, и потом дальше то куда. Вообще контроль. Дипломом.
Магомед Абуев, Чеченская Республика. С результатом 220 килограмм. Стал. Ровненько, с пяток. Стой! Первое место. Альбеков Руслан. Московская область, Арсула Ланя. С результатом 225 килограмм. Держи. Кубком, дипломом. Награждается тренер победителя Залоев Казбек Джастимуров. Вот она память. Второе место. Абуев Магомед, Чеченская Республика. 405 килограмм. Награждается серебряной медалью, кубком и дипломом. Чемпионом России 2017 года объявляется Руслан Альбеков, Московская область, РСО «Ланья», с результатом 410 килограммов. Награждается тренер чемпиона Залоев Казбек Засимурович. Тренер, подготовивший чемпиона России в сумме двоеборья, награждается призом, учрежденным Федерацией тяжелой атлетики России, книгой заслуженного тренера РСФСР, СССР и России Виктора Калистратовича Дорохина. Они – моя жизнь. Thank you.
Что-то большего, всегда ищет какие-то недостатки, какие-то минусы. Были некие переживания, не связанные со спортом, в таких вот других областях. Но сейчас все нормализовалось, и мы можем дальше продолжать играть. Как вам в целом чемпионат, как вас принял город, атмосфера здесь? Чемпионат отличный. Я второй раз уже всю вашу выступаю. Первый раз в 2012 году я выиграл чемпионат России в Саранске. Второй раз выступаем на Пивовской земле. И все отлично. Спасибо большое организаторам турнира. И мы все стали проводить. Какие планы после сегодняшнего выступления? К чему следующему году? Ну, во-первых, добраться домой и уже со вторника начать плодотворно готовиться к чемпионату мира. Такой вопрос. На ваш взгляд, какие качества позволяют спортсмену, атлету, профессионально и постоянно добиваться высоких результатов? Я думаю, где-то самокритика, где-то целеустремленность, где-то упертость такая спортивная. Все в супе, и я благодарю именно хорошего спортсмена. Такой вопрос. Кого бы вы могли поблагодарить за сегодняшнее выступление? Кто-то вас болел? Ну, это в первую очередь, конечно, семья, родные. Они всегда наблюдают, всегда смотрят, переживают, наверное, даже больше, чем я. Это тренера мои, это мои друзья, которые сегодня были рядом со мной. Самые близкие люди. Спасибо. Все, да? Поздравляем еще вас. Спасибо, спасибо. Успехов. Спасибо. Thank you.